Всем здорово! Сегодня мы с Данилом приехали на такой спот, называется он Мода. Здесь есть 4 ступени, 3 ступени и еще 3 ступени. Так что всем приятного просмотра и погнали! В общем, ситуация такая. В линии, когда Данил сделал вот фифты по вот этой перелив. Ну вот он их сделал, потом нас прогнала охрана. Они взяли этот перил с собой, прихватили. И в общем, этот перил мы сейчас несем под мост. И это происходит примерно вот так. У меня тут моя доска, доска шкета, шкет куда-то ушел. Мы нашли спасение, тут же мы вспомнили, что здесь есть вода. Сейчас здесь помоем руки. Давай я тебя туда толкну, ты будешь плавать. Так, держись за трубу чуть. Вон, волна идет. Я бы села бы сюда. Да, я помню. Включай камеру, мой руки. Дом будет гореть, ну вот, короче, мы тут перил донесли, тут это горит весь Калининград. Все, теперь у нас руки чистые. Летом берешь, короче, так съезжаешь. И так, сначала сюда. Ну, в общем, вот мы помыли руки. Вспомнили, что здесь есть доступ к воде. Просто посмотрите, какой вид. Красиво. Thank you.
Ай-яй-яй-яй, почти давай. А, кстати, вот это самое перила, которое мы несли, она пока что припарковалась тут. По-моему, это твое. Если бы не убрали перилу, я бы свой номер не убил. That she green light to fall. She a queen and she a treated like show. Ох ты, блин. Ты чё? Киборг убийца. I need the rape and a place to live, you pinging in. I see the hate, but all the words fall on deaf ears. Silence, we want no distractions. If I said I'll make it happen, then I know. Ой, если я запомнил это место, я туда больше не стану. Нифига у деда удочка. Это жада четвертого, третьего. Baby, beef, slay me stage. Whoa, life of bitches off my stage name. Whoa, we not even in the same lane. Whoa, stick to aiming for your triple J place. Whoa, out of them, but now they show me love undoubtedly. Just cause they look. Ух ты, это что у тебя там? Это? Вот там, да, убери. I got bigger plans, hit me in the air and ask me how it's working out for me. I'm good. Where I see it, if I'm doing what I want, then I'm living. If I'm living, then I'm winning. Yeah, I'm good. Yeah. Nothing changed, but the women and the linens and the places that I visit. Что ты так? Ну что ты, Алёша? If I'm doing what I want, then I'm living. If I'm living. You hit up labels for a come up, man. Yeah. While labels come up trying to use my name. Yeah. I'm independent, I don't owe. Вообще на бэк-фифты залетел. Yeah. Really, there's no comparison. I see the flex, it's embarrassing. I'm in sessions in Paris, and I spend checks out in Paris. The distance ain't the only reason that you rappers ain't near us. It's different. What is they gon' do for you? My crew is through and through. Don't listen to the rumors too. Get too caught up, that shit gon' ruin you. Yeah, I watch the hours tick. Yeah, I'm tryna make my parents proud of shit. Yeah, that's why I came. Нет, давай тогда делай. У тебя попшой, попшой идёт. By your favorite rappers, man, it's not a straight. Love undoubtedly. Just cause they looking, I don't mean they looking out for me. Under pressure from the next to work for salaries. I got bigger plans, hit me in a year and ask me how it's working out for me. I'm good. Where I see it, if I'm doing what I want, then I'm living. If I'm living, then I'm winning. Yeah, I'm good. Yeah, nothing changed but the women and the dinners and the places. Ты видел? Да. Там искра была. If I'm doing what I want, then I'm living. If I'm living, then I'm winning. Yeah, I'm good. Yeah, 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 I'm good. Yeah, 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 I'm good. Ух ты, я думал, она еще в лицо прилетит. Это все слёвое сердце. Да-да-да, сердечко. Давай, давай, еще время есть. Это за то, что ты меня влез. Дай посмотреть, дай посмотреть. Пока я жду лифт, я хочу рассказать вам, почему, куда я делся, почему видео так долго не выходили. Я их не снимал уже около месяца, и это все из-за того, что сейчас началась учеба, и у меня нет времени снимать. Да, я выходил покататься, но я выходил, когда уже было темно, и, ну, после учебы и снимать как-то не хочется, нет сил, ничего. Но я сейчас постараюсь снова вернуться, так что спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Всем до новых встреч, пока.